Сегодня утром на улице Рябова в Пензе сотрудники дорожной организации обнаружили разбитый автомобиль. Машина снесла несколько пролетов моста и рухнула с 5-метровой высоты. Судя по характеру повреждений, после падения немецкая иномарка несколько раз перевернулась. У нее разбита вся передняя часть, сильно помята крыша и отсутствует панорамное стекло. По одной из версий, подушки безопасности сработали еще до того, как БМВ слетела с переправы. По предварительным данным, водитель указанного автомобиля, мужчина 1980 года рождения, допустил наезд на препятствие с последующим опрокидыванием транспортного средства с мостового сооружения. Водитель погиб, причины смерти устанавливаются. На месте работают сотрудники полиции, выясняются обстоятельства и причины произошедшего.